У нас сегодня первый день выпуск, такой прям официальный выпуск в загоне, в пригоне, точнее, пригон там вот далеко-далеко, километра за два от дома нашего. И вот обратите внимание, как наши коровы шествуют за Василием. Сейчас вот за кустами будет не видно. Утром мы провожали Василия вчетвером, я на машине ехала, потому что я все равно бегать не могу. Леночка наша, Света, супруга Васи, ну и сам Василий. Отогнали их очень рано, ну потому что не знали вообще, как они себя будут вести, как они себя будут чувствовать. Сейчас опять переключу на коров. Все замечательно получилось у нас. Вот, мы уже 6:30 утра были дома. В общем, мы еще планировали их немножко попасти здесь, около пригона. Здесь трава длиннее, больше. Что-то они домой прутся, домой быстрее, домой.